Пошло. Ну что, невероятно просто. Я вот приплыла из той вот пещеры, из той пещеры. Мы плыли в темноте где-то примерно, ну, минуты две плыли в темноте. Там не было ничего не видно. Фонарик, фонарик. Причем фонарик где светит, там и видно. А так, если фонарик стоит вперед, ты не видишь, что по бокам. Темнота сплошная. Две минуты ты плывешь по вот этим вот закоулкам, переулкам, вот так вот плывешь, и выплываешь вот в эту шикарную лагуну, окруженную скалами и деревьями. Боже мой. Такое ощущение, как будто я сплю. Разбудите меня. Нет, серьезно, такого я в жизни не видела. Это, пожалуй, самое интересное, что можно посмотреть на Каланчике. По крайней мере, до сегодняшнего дня я ничего более прекрасного и необычного не видела. А, да, кстати, пойдем историю. История. Раньше это место... Я даже не знаю, как это назвать. Его называют изумрудная пещера. Вот. Поскольку вода изумрудная, действительно. Ну и пещера, потому что мы приплываем из пещеры. И вот это, по сути, тоже пещера. Мы как будто бы находимся внутри в вулкане. И вот здесь вот есть табличка, которая рассказывает историю этого места. Так вот, у него есть очень-очень романтичная история. Не знаю, правда это или нет, но история говорит, что раньше пираты использовали эту лагуну, эту пещеру, для хранения своих награбленных богатств. И хранили в этой пещере до тех пор, пока не перенесут это в другое место, поскольку они, ну, меняли постоянно места. И если, допустим, посмотреть, вот они говорят, что если посмотреть вокруг, такое ощущение, что ты находишься в кратере вулкана. Это действительно так. Я посмотрела все вокруг, здесь нигде нет выхода. Нигде. Ни там, ни там. Казалось, там вот пещера, но она закрыта. Здесь тоже сплошная стена идет скальная, и выход только там. Потрясающе. Причем, когда мы подплывали к острову, его совершенно не видно. Такое ощущение, ну, обычные такие вот в скалах разводы. Но оказалось, что это пещера. Боже мой, я не могу даже передать своих эмоций. Это очень красиво. Пойду искупаюсь.